заменить все импортные яблоки на рынке России отечественной продукцией. С такой повесткой на Ставрополе стартовала 5-я международная выставка «Про яблоко». В ней приняли участие производители фруктов и посадочного материала, а также оборудование для обработки сада и хранения продукции. А это более 7 тысяч представителей хозяйств. Посетил выставку и губернатор Владимир Владимиров. Перспектива довести инвестиции в садоводство не только в яблоки, в садоводство до 50 миллиардов рублей в год, а дальше перспектива довести инвестиции в переработку продукции садоводства как минимум до 30 миллиардов рублей. И вот эта выставка, она для этого и служит. Партнеры, будущие партнеры и совсем будущее – это наука. В селе Пелагеаде ремонтируют дорогу на улице Комсомольской. Там устранили просадки полотна и расширили проезжую часть, сообщили в региональном Миндоре. На участке постелят асфальт, обустроят остановки и подъезды к ним, нанесут разметку и установят знаки. Работы проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В поселке Тоннельном построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Там местные жители смогут получать первую медицинскую помощь. В здании оборудует кабинет для приема пациентов, процедурную, подсобные и служебные помещения, сообщили в региональном Минстрое. Закупят современное оборудование и удобную мебель. Работы проведут по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Между станцией Новотроицкой и Изобильным построят почти 8 километров водовода. На участке труба проржавела полностью. Работы планируют завершить в ближайшие полгода, сообщили в Ставрополь-Крайводоканале. Беспрерывным водоснабжением обеспечат почти 40 тысяч человек. Реконструкцию проводят за счет краевого бюджета и средств из фонда национального благосостояния.